Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Все о природе». И сегодня я расскажу вам, как отличить вереницу по полу. Это самец. Видите, у него белые точки на животе. Также у него есть... Так, сейчас вот так его вот положу. Полоска. На спине так плохо видно. Ну вот, видите, такая полоска. Полоски тоже обычно бывают только у самцов. Вот. И также еще у него хвост длиннее, чем тело. Вот хвост начинается. Видите, там такая вот штучка. Пока!